Друзья, стеклоочиститель пылесос Kärcher WV75. Комплект состоит из, ну, собственно, самого пылесоса. Сейчас на нем узкая насадка. Также в комплекте идет широкая насадка, зарядное устройство, пульверизатор со специальной щеткой-тряпкой. Ну и можно дополнительно приобрести фирменное чистящее средство для окон Kärcher. Можно использовать то, которое нравится непосредственно вам. Процесс мойки окна выглядит следующим образом. В пульверизатор помещается необходимое моющее средство. Затем оно равномерно разбрызгивается по всему окну. И вот этой щеткой, тряпкой осуществляется мойка. Окно протирается. Чистящее средство удаляет, связывает пыль, грязь, и потом в дело вступает пылесос. Пылесос вот в эту емкость собирает остатки моющего средства, грязи, пыли и так далее. Насадку вы, соответственно, либо узкую для форточек используете, либо широкую для более объемных поверхностей. Итак, поехали. Он довольно легкий. Работает быстро. Процесс мойки одного окна где-то 3 минуты. Экономится время, экономятся ваши физические силы. Ну, в общем, работа довольно комфортна. Разводов он практически не оставляет. Ну, можно сказать, не оставляет. Для идеальной картинки, конечно, можно потом чистой тряпочкой стекло еще протереть. Но можно этого и не делать. Результат хороший и без этого. Вот, в принципе, и все. Окно чистенькое, хорошенькое, прозрачное. Вот такой простой и очень эффективный комплект для мойки окон. Мы им пользуемся порядка 4 лет. Ну, за это время нареканий по его работе не выявлено. Сам пылесос, как я сказал, достаточно легкий, рука от него не устает. Вот эти сменные насадки, сменные тряпки стираются и служат довольно долго. Вот эта насадка еще родная. Чистящее средство можно использовать любое, какое вам по душе. Вот так, друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и всего доброго.